вот перепад смелячка на небольшую глубину, и тут сразу пасутся какие-то товарищи неизвестной породы. Не рассказывают, кто они такие, но они есть, и всякая мелочь проплывает. Вот. Ну вот, что вам сказать. Пусто, что вам сказать. Но тут всякое может быть в этом районе. Пусто, потому что хрясь и целая стая. Целой стаи не наблюдается, ну вот тут какие-то вот справа вот уже товарищи. Вот они. Они есть. Да. Ну и на дне вот у нас тут рыбка появилась. Ее неплохо видно. Даунскан, конечно, очень замурчательный. Отлично все видно, травку, рыбку, если ты попадаешь в его зону. Вот. Ну, в основном, конечно, надо смотреть, есть ли что-нибудь по бокам, потому что рассчитывать, что прям у тебя под носом что-то окажется, не приходится. Может, если что-то найдется, то можно специально пройтись и посмотреть. А нет ли там чего-нибудь в зарослях травы? Ну, мелочка какая есть, столбиками стоит. Вот. А так, в общем-то, симпатично. Угу. Мелочевочка всякая. Ничего не видать. Вот. Вчера была тут рыба, сегодня нет. День на день не приходится. Мелочь торчит такими вот столбиками. Ну, кое-чего водится, но это так, единичный экземплярчик. Вот этот. Один, два, три. Вот, вот. Какой-то щупак стоит, по всей видимости. Вот. Караулит все это, братья. В общем, ага. Тут, конечно, тоже уже прозевал, но вот рыба есть кое-где. Растительность. Это что-то оторвано от дна. Не будем говорить, что это рыба, потому что не очень понятно. Вот. Тут вот слева видно беленьким, что это рыбка. Вот она. Вот. Здесь что-то мелочевочного много. Это камень, колеса всякие разные. Вы не обижайтесь, что я лупу все время включаю. Просто после 16 экрана, 12, у меня такое впечатление, что, блин, его нет, этого экрана вообще. Скажу вам честно. Поэтому я все время
Учитывая, что я еще в очках, все время присматриваюсь. Для меня мало. Учитывая возраст, извините. Хорошо тем, у кого молодые глаза, и можно все видеть без всяких. Тут какая-то вот трава появилась, очень даже хочется посмотреть это на даунскане, как это выглядит. Красиво, это нужно все-таки такие вещи не заниматься фигней, а делать поменьше на такой глубине, чтобы она не отбивала дуплетом. Вот. Тогда оно будет выглядеть, может, еще симпатичнее. Вот так вот. Ну, чтобы в зарослях что-то увидеть. Не вижу. Вот. Я пока не знаю, как оно выглядит. В общем, да, в общем, мы идем через сплошные заросли. Рыбка там в толще есть какая-то, да. Вот. Ну, даунскан, конечно, очень даже прорисован. И сейчас можно как раз посмотреть, насколько это будет на другой палитре. Видно, например, на янтарной тоже будет. Или там, где мы там, на ржавой красиво было, кому-то нравилось. Вот на ржавой, на лаве, на карибах, на прожекторе, на синем, на воде, на болотно-зеленом, на янтарном. Возвращаемся к нашим баранам. Вот. Вот так вот. Назад. Пум-пум-пум. Вот. Назад. И вот так.